Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады видеть вас здесь. Мы рады вас приветствовать на финале международного конкурса «Elite Model Look Россия». Ваши аплодисменты. Итак, самый масштабный и престижный профессиональный модельный конкурс, который открывает широкие возможности для начинающих моделей. Именно этот конкурс дал миру больше звезд, чем все конкурсы вместе взятые. Ежегодно Elite Group в 50 странах мира открывает новые лица, обеспечивая самое успешное продвижение для его новых победительниц. И каждый год в нем участвует 300 тысяч девушек из 65 стран, но счастливыми участницами международного финала становятся лишь 70. В свое время участницами и победительницами этого конкурса стали такие известные модели, как Линда Евангелиста, Татьяна Патец, Синди Кроуфорд, Карен Мюллер, Татьяна Завьялова и Диана Ковальчук. Итак, еще раз добрый вечер, и вести сегодняшний конкурс будем мы. Итак, Elite Model Look и ее ведущие Екатерина Витебская и Александр Олешко. Мне вообще нравится ментальность нашей страны, когда зрители приходят и ожидают, что их сейчас будут веселить, усиленно заставлять аплодировать. Самое главное, друзья, не забудьте, что каждая участница, выходящая на этот подиум, на эту сценическую площадку, нуждается именно в вашей поддержке, потому что здесь они оставят сегодня частичку своей души, а может быть и всю душу. Итак, друзья, очень бы хотелось бы поблагодарить наших спонсоров и партнеров. Генеральный партнер мероприятия «Равента». Стратегический партнер «САД Москва». Генеральный информационный партнер радиостанция «Лав Радио». Ну а теперь тот самый волнительный момент, когда, я надеюсь, нам не придется выпрашивать у вас аплодисменты, потому что мы представляем вам членов нашего высокого и многоуважаемого жюри. Итак, президент Elite World Бернард Хене. Президент Elite Model Look России Антон Алфер. Продюсер Барт Дорса. Генеральный директор Равента Рено де Бутлер. Этот человек не нуждается в представлении. Все-таки эта честь выпала мне. Константин Андрикополос, эксперт моды и просто безумно очаровательный человек. Артем Кинг, тоже очень очаровательный человек. Максим Бобин, Андрей Логунов. Томмасо Леонетти ди Сандончани. И Игорь Стоянов. После того, как мы представили наше уважаемое экспертное жюри, я так понимаю, что всем вам не терпится познакомиться с очаровательными участницами конкурса Elite Model Look 2007. Они уже прошли отбор в 16 городах России. Дамы и господа, финалистки международного конкурса Elite Model Look Россия Restars 2007.